городском парке. Фонтан, уточки плавают в озере. Собака гуляет. Хорошо. Правда, сегодня немножко похолодало. Да что ты там опять нашла? Ох, ёлки-палки. Да, печально. Есть некоторые моменты, которые хотелось бы просто-напросто вот так вот затронуть. В силу того, что многие люди говорят, вот здесь в Германии просто офигительно жить, блин. Тут все просто супер-пупер. Тут пенсионеры, блин, чуть ли не по 6, по 10 тысяч пенсии зарабатывают. Вы знаете, я вчера вечером гулял с собакой. Там у нас на улице, рядом парка, цапелька. Бася, стой. Давай мы обойдем. Это не цапля. Это серый журавль. Сейчас. Вот это мне повезло. Секундочку. Смотрим. Это серый журавль. Класс. Так вот, гулял я вчера около парка, там в нашем районе с собакой. И на лавочке сидит парень, пьет пиво из банки. И проезжает, вернее, проходит с велосипедом старик-пенсионер. Смотрит по мусоркам, что-то ищет. И подходит к этому парню и спрашивает: немец, который якобы по-вашему получает пенсию в несколько тысяч евро в месяц, да? Он спрашивает: скажите, пожалуйста, вы это пиво, когда выпьете, вы банки будете выбрасывать? Могу ли я их взять себе? Раньше, лет 20 с лишним назад, это было стыдно, позорно. А сегодня, благодаря нашему вот этому правительству, которое, блин, находится у власти и по-всяческому пытается, блин, вытрясти последние копейки из населения, это уже стало обыденностью. И это очень, очень печально, действительно очень печально. Так, ребята, давайте я сейчас подойду ближе к этому серому журавлику. Какой красавец, красивый. Собака, ты вообще видишь, что там журавль гуляет, а? Где? Собака. Журавлик. Ой, какой красавец. Это ж надо, как мне повезло, слушай. Обалдеть. Это ж надо, как мне повезло. Какая птица красивая. Я думал просто подойти, вот здесь вот лавочка. Думал посидеть с собакой, посмотреть на уток, а тут журавлик. Так, ну-ка. Какой красавец. Какой красавец. А вот утки плавают у нас. Вот смотрите. Вот утки плавают. Два селезня. И красавчик стоит. Ближе подходить к нему я, наверное, не буду, потому что он улетит. Не хочу такую красивую птицу пугать. Ладненько, пойдем мы с собакой гулять дальше. А вот березки молоденькие. Ухоженные, красивенькие. Вот. А вы говорите, в Германии нет берез, в Германии только елки. Тут не только елки, тут и палки. А вот тут у нас картинная галерея. Сюда иногда можно заходить на бесплатные выставки, картины смотреть. Всяческие там вот эти вот экспрессионисты, как же оно называется, когда, блин, сел кому-то под дверь, блин, наложил кучу и убежал, блин. Как оно называется, блин, я, блин, вылетело из головы. Есть экспрессионизм, есть сюрреализм, есть еще какая-то, забыл, ладно, фигня, вспомню, потом скажу. Вспомнил, блин, перформанс, елки-палки. А вот церковь, русская православная церковь. Вот здесь церковь. И в парке тишина.
редкие прохожие только гуляют. Как там редкая птица долетит до середины Днепра, так и здесь редкие прохожие гуляют по парку в такую погоду. Когда на улице плюс 30, в парке народу, блин, миллион. Все то играют в чего-нибудь, то едят что-то, мясо на гриле. А вот вышел священник Ростислав, с Украины приехал. Тоже здесь работает на службах. Скоро будет пасхальная служба в ночь, всенощная, с освящением куличей, яиц. Народу соберется очень много. Действительно соберется очень много народу. Вот так вот. Вот так мы и живем. Журавлик. Журавлик, мы идем к тебе. Мы к тебе идем. Вот. Вот он, красавец. Журавлик. Журавлик. Смотри, как он смотрит на нас. Не-не-не-не-не. Я еще ближе подошел к нему. Нет. Она видела его. Она его видела уже. Журавлик. Журавлик. Журавлик, не уходи, не уходи, не уходи. И полетел. Полетел. Идем фотографировать большого микроба. Бабака всегда впереди. Вот он, большой микроб. Большущий микроб. Не знаю, видно там меня? Я думаю, видно. Большой микроб. Вот так вот. Красивый, прикольный. Это, кстати, коронавирус. Вот такой вот коронавирус. Блин. Ох, какая фигня.